Ленивцева Елена, школа номер 2, города Канска. Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. Я не унижусь пред тобой. Ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душой. Знай, мы чужие с этих пор. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твои улыбки и глазам. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней. И целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней. Как знать, быть может, те мгновения, что протекли у ног твоих, я отнимал у вдохновения? А чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесной и силой духа убежден, я дал бы миру дар чудесный. А мне зато бессмертие он. Зачем так нежно обещала ты заменить его венец? Зачем ты не была сначала, какую стала, наконец? Я горд, прости, люби другого. Мечтаю любовь найти в другом. Чего б то ни было земного, я не соделаюсь рабом. К чужим горам под небо юга я удалюсь, а может быть. Но слишком знаем мы друг друга, чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться, и в страсти стану клясться всем. Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтоб не любить, как я любил. Или женщину уважать возможно, когда мне ангел изменил. Я был готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, чтобы твою молодую руку безумец лишний раз пожать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдала. Такой души ты знала цену? Ты знала. Я тебя не знала.